Да. А, темп. Алло.
Нет, на втором. А, так, так, так. Конкурс игрушка. Сейчас скажу. Художественно прикладное, что ли, как-то так называлось. Да. Потому что я сейчас не дома, я потому что сейчас на игре. Чтобы более точно сейчас сказать не могу, но точно помню название. Название было игрушка. В смысле? А? Я же... Ну, я говорю, на футболе. Я весь черный там вот пришел, я весь пискенный.
я сам узнал за 15 минут. Я понял, что он просто поставил, потому что я Ладно, еще здесь стадион есть, в центре поля. Ух ты! Играть против Станислава Черчесова. Вот ты вот этого шестого номера имеешь, что ты молодой парень. Нет, тут Черчесов, молодой парень, с него убежать не может. А что ты, Ташкент? Против кого же мы играли? Ташкент, вы поймите, что больше, чем сам Ташкент. Да, да. Так ни разу не убежал. Нет, Спен, конечно, Черчесов позиционный. Потом посмотрим, допустим, на крики. Вот это самое лучшее. Опа! Лива! Сука, куда ты? Ух ты, блядь, вратаря резать стал, да? Он хотел, походу. Не решил, что делать себе на ход. Я бы даже сказал полтора. Такой не снимать, такой фотографировать, но. Ну ненавидим. Нет, ну зачем? Ой, видео, сразу видно. Нет, Анвар, блядь! Сейчас вот из команды Фронтар каждый подойти к этому парню. Нет, это редко. Сейчас друг на друга не играть. Найдите пустые ворота друг другу. Они могут друг на друга играть, знаешь, когда один устал, блядь, ему тяжело бежать, он там какой-то парень. Иди, блядь, план. Джерби Лерой вверх. Даже на тот план. Когда получается. Тема пыла. Смотри, стоят, кукует, это Альберт. Там, по-моему, конфликт. Если бить, то мне знаю. Все спать так, знаешь, я думаю, что сложно стало. Сейчас был момент. Я оказался справа, немножко, конечно, я тоже решил, конечно, дать. А вот вместе с мячом я тут лежит. Ну там что-то за известно, короче. Блин, ты че дал? Он нога ударил, и что? Тогда ты нас как херачил, я там тоже... Все, разговор за тобой. Сейчас он. Остановит мяч, сам будет. Нет, там уже как стемп в игре был, да? Все правильно сделал. Я на сколько, если честно, бежал. Только от него.
пришло себе в команду Грозного? Не знаю, у него тумбур какой-то встречается с центром поля. Я понимаю, блядь. Зря он как шок, блядь. 5 голов таких забил. Так, Рома, что, удар, что ли, только смотрит? А, да, он так отбежался. Я когда разыгрывал, я Саша, один раз забыл сказать. Пантера отсюда не видно, блядь. А ты мешай одену, да? Хорошо. Да. Сарышков. Где он? Видно, что он хочет. Настоящий. Сейчас подобрался. Я говорю, я уже сегодня в втором тайме начал пугаться, что малек это вот так выбежит, блядь. Здорово, выходи. Что-то после чем в воротах стоять, уже вся игра там была, блядь. Они пытались что-то вносить. Нет, мы еще 20 перегрев, по идее. Нормально. Нормально. У я спросил у них результат. У них не было по там по 10. У них было 3-6 и 2 результата. А остальные все они плюют. Человек 7 под себя, блядь. А я вроде чем сигарет.
Один раз коленку задел. Ну, бля, вот так. Нижний брат, это не похож на вратаря Челси. Ну, бля, после каждой игры. После игры, блядь, не успеваю. Я еще только знаю. Конечно. Ну, отдай, Бонна. Давно. Где человек, который похож на вратаря, шестой номер. Зачем вот эти мелочи? Вот это все, закинь. Который не успевает. Закинь, шире иди. Вот у тебя одно слово, закинь. Так он шире идет. Он шире пошел сюда. Во все, закинь, закинь, закинь. На опыте знаешь, что тут закидываем. Мы, блядь, закидываем. Там еще да, ну, ладно, не Костюм у него, конечно, знает, куда так. Один мяч вытащил, как шутка. По нолям теряю? Он встречает по одежке. Пойду на поле, пустить красновки. Я дал дальний удар, но красно прошло вообще. Если бы ты пошел на поле, красновки бы убил вообще. Я? Если бы там произошло. Лежал, сидел. Я бы сказал, что ругаться приедет. Я бы сходил. Ребята, получается. Это хорошо, что не руками, что привык, короче, сейчас руками. Я подкидываю, сейчас на полочке голова. Сейчас слышно. Давай, 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 давай. Thank you.
Офсайд!
Только без комментатора сегодня. Да? У нас же комментатор есть, видеооператор. Ну, говорил, что там, когда с нами играл Ротар, комментатор, говорит, был там. А вы какая команда? Турин. А, нет, это я был. Да? Ну вот там, наверное, твой голос был. Ребята говорили, смотрели, где-то. Смотрели, говорит, с комментариями. Странно. А у нас, нет, просто еще один же у нас. Снимаем. Вы лучше с Фениксом, с Фартом и с F1 посмотрите там. И со Фластом. Комментатор что, на больничный пошел? Не, работает, выпускной же сейчас. Денег заработал. Я думал, у вас комментатор вместе с Рамилем уехал. Остальные. Не. В Турцию? Не. У нас и запасные операторы есть. Вот здесь вот, Булат, я тебе объясню, голос. Крики я, они оставят. А вы троем летите, молчите на этот мяч. Вот такие глаза у вас, блядь, со стороны. И все, считайте. Вы вот, бум, ступитесь. Мяч у них. Давай, Тимур, а, беги! Там сильно, он, если бы сразу стартанул, так, да уж так, подгоняем. Да, ну правильно. Когда болельщики болеют, бля, за команду, да. А это кто такие? Это что за команда? А и он тут. А вы же только недавно заиграли, перед нами же. Да, мы перед 3-1 проиграли. Должны были, блядь, 7-6 забить, 7-6 банок забить. И... Чё так? Вот, 1-1. Дай пас. Гоу! Антон же, да? Да. Один из братьев. Тоже семейный подряд, да? А? Семейный подряд, да? Братья. А, ну да, у нас есть братья. Близнецы даже. Ну просто один это, травмированный. А вот Т-22 пока бегает. А второй тоже нападение? Да, оба нападающих. Связка. Хитрик. Нет, там уже все. Раньше как-то они хорошо играли, а сейчас сдулись. Там. Нет, там. Татра аэронавигация. Не, ну просто видишь, когда на поле, блядь, эмоции, знаешь, вот здесь когда один гол пропустил, два, еще как-то более-менее. А уже сколько? 4? Уже 4-0. Ну, 4-0. Видишь, уже игроки как-то начинают бум-бам, нету. Знаешь, ни паса, ничего. Уже начнут они сейчас. Еще и желтый достанет. А нет. А что это у вас за 22-й такой мелкий бегал? Это у нас Рубин 18 лет. 18. Он это. Как это? Не игры. Не игры. Где ты в своей зоне 5 метров стоял, бля? А то как будто казалось, как будто ему где-то вообще 10 лет, что ли. Просто невысокого роста. Да, 17 лет ему. Такой. А, вот так у меня тоже. Бегу, бля,
там, блядь, это не крикнет и ничего, блядь, уже не на этом. А потом мне кричит, ну оставь, ну куда? Если бы попал в пан, то говорят, давай. Вы имеете в виду то, что предыдущую игру, которую я снимали, Ротар, да, вы говорите, что комментатор? Да, да. Ну вот, с нами играли, с Турином. Странно. Мы же 1-1 с вами сыграли. Ну да. Просто это я немного комментировал. Я просто для себя первый раз такой уровень. Я особо просто не комментирую игры. Вот в чем дело. У нас просто есть хороший комментатор. А я так подменяю. Уже четвертую игру подряд уже пока. Не. Вот раз мы тебе помогаем вот. Вот, видите, прямой пошел, блядь. Куда ты остановил? Дай шире. Дай шире. Шире отдай. И ступни. А то, что вот скрипит, никак не исправить. Штатив такой. Лезь сам, сам лезь! Видишь, Ротар уже все сел, 4 забил, Гумча. А сейчас 4 они... Да не, да это уже... Ой-ой-ой, хорош! Ротар, соберись, Ротар! Мы верим в вас! У него бы уже был бы четвертый. Нет, четвертый. Все, сил нету, его менять надо, ему садиться, а потом... А игроков-то нету, если а честно. А вот там у вас сидит зеленый. Он полузащитник. Ну а какая разница, игрок везде должен играть. Ну заменят. Вот у вас 18-й бежит. Мне даже нравится, постоянно. Все, молчи, молчи, бля, сейчас желтый пойдет, бля. Видишь, 90-й пошел сразу в свою зонку. И все, он не дает ему. А у нас пока вот так посмотрим. Ступни! Ай-яй-яй! Го! А, нет. Нет, ему надо было самому стукнуть, пушка эта. Не, просто показалось, как будто ворота шел, вот в чем дело. Вот у нас же тоже сегодня так же, нам же сами себе забили. Сами себе? А, автогол? У них по этот подача пошла, тот наш защитник последний головой этот. И перекинул нашего, блядь. Да, книжка невысокий. Там тоже подводили. Книжка невысокий, и вы забили. Они его втолкнули. Ну нет, когда мы просматривали как раз вот этот гол, который вам забили. Нет, нормально было. Нет, Тоша обыграл вас по позиции, по сути, если там честно. Там их двое было. Гриша один мяч снял, но второй он его заколотил. Они засунули его туда. Вот это зря он сделал. Сам силу сделал. Они невысокие. Но мне кажется, то, что еще по зонам, почему говорить то, что зон, потому что у нас же тренер же новый. А, новый? Ну, не новый, ну, тренер появился вообще. Все-таки уж думаю, то, что он нам дает. Не давай, сам. Из кого болеешь, слышишь? А? Из-за того. Я вообще никого не за кого. Да я даже за Турин не болею. Я болею за своего пацана. Стоит, блядь, Еза, Тельза, бери на себя.
А Интека не знаешь, как сыграл? Нет, у меня телефон этот, блядь, упал, отключился, сим-карту заблокировал, короче, и не включается. Он включает и сразу выключается. Конец! Бумагу! Пас. Конец! Увидел он, видишь, голову поднял, увидел. Все, а у нас нет этого. Не, сам. Сам, прострел дай. Прострел. Прострел! Здорово! Поздно, конечно, дал немного. Не, правильно, правильно не сделал. Да. Просто игроков не было. Лезь, лезь сам, вот сейчас его сфолит. Лезь! Хорошее дело. Вынес. Отдай, не тяни. Сейчас он убежит от него. Второе уже. Игроков! Стой!
нападай. Хорош, красава. Вратарь, ваш вратарь стоит, блядь. Молчит. Не грав... Меньше говорит. Меньше говорит. Да, ему с голосом надо. Да уж тренер говорит ему. Осталось 23 минуты, бля. Если ротар так дальше будет, бля. Пару сделать. Сам лезь. И вот бровочка. Один, смотрите. Делай, что хочешь. Отдай ему бровку. Бровку отдай. Вот мне бы такие подачи. Нет, ну вот сейчас я уже все, Турин забыл, блядь. И! Хорош, честно, просто отодвинуться от своих ворот и все. Видишь, а у этих нету этого. Вот они на этого большого надеются. Они на него надеются. То, что этот... Что, все? И пропустили два вообще обидных мяча с Фениксом. Спорный мяч. Не хватает, что ли? Ну, одного убрали с поля. Да, щитник. Да ладно, с ваш, когда играли с вами, могли вас и выиграть. Блин, если бы не плохая реализация вообще. Чего это? Ну, моментов у нас. Ну, тоже это, спорно.
решается в матче. А не уже за матчем там или чего. Вижу, дядя, сколько ему лет было? 40, сами себя давят. Куда ударил? Зачем? Ну, ударил, ударил. А если бы приложился, попал бы в створ. Прибежали бы его, расцеловали. Пошли, вот это.
Захожили. Судорогу взяла, стартанул, подтянул. Самый болевой. Вот такая же у меня была. Мне еще вот 18-й. По поводу бегать. Пол бегает и... Сейчас, просто. Он те, что ли, все желтые? Фиг его знает. А я думал, карточек будет. Нет. Если бы он выходил один в один, карточка была бы. А там как ваши два игрока еще были. Угу. С Фениксом тоже. Когда нашего удаляли, там у нас тоже был один игрок, но посчитали, то, что был выход один в один. Давай!
Ну, Марат, да? Что это? ВТА Казань, пиздец же. А. И на карточку у нас директор перечисляет зарплату, а банкомат идет и 750 рублей. Ну, по сути, сам игрок Танда, как сказать, уже нет уверенности. Он, если была бы уверенность, тогда да, может быть, и перекинул бы нормально, хорошо. Ну, как сказать, то, что уже все 4-0, что играть-то, зачем? Дубликат должен быть. Мы же забили дубликат. Ну, это вы. Команды разные бывают. Жестко-жестко. Сейчас что ведут на Я пишу.